Дорога до себе. Жыхарку Брэста суд обновил у батьковских правах. Сумная история со счастливым финалом у репортажа наших корреспондентов. Батьков не выбирают, а вот батьки управе выбирать шлях, по яким пойде их житё и, отповедно, житё их детей. Мария Горынь этот выбор, на жаль, робила не на корысть своей дочки. Народившую в 18-годовом узросте дзяўчынку, жанчына не займалася ее выхованием, уладковывала особистое житё. Самым родным человеком для маленькой Даши стала ее бабуля. У вынику у червени 2010 года суд Ленинского района позбавил Марию Горынь батьковских правов. Семигодовая дочка Марии была передадена под опеку бабули. Конечно, она хотела, чтобы я вернулась, жила с ней, воспитывала ее. Я ее не слышала. Почула дзяўчынку жанчына год тому. У кастрычніку 2014-го яна вернулась до дому, стала жить с батьками и родной дочкой. Я посмотрела совсем по-другому, как она смеется. Это как будто заново все. Все заново. Она была трудоустроена, были предприняты все необходимые меры для того, чтобы ситуацию в этой семье оздоровить. Пусть не все было так гладко в ее жизни за это время, с 2010 года, но мы видим результат. Водгуки с места працы жанчыны становчыя. У школе, где учится 12-годовая Даша, наставники откликаются об ёй як об клопотливой мате, якая цікавіцца вучобай дзяўчынкі и жыццём школы. Жанчына говорит, шлях вяртання до себе не был легким. Сложно было, но я не одна к этому шла. У меня и семья моя мне помогала. Органы опеки очень помогали. Со школы очень помогали. Руководители все. Мне, например, все шли навстречу. И вот решение суда – обновить Марию Горынь в батьковских правах и передать ей дочку на выхование мати. При принятии решения судья Ленинского района Алена Квальчук кировалась становчими характеристиками жанчыны, показаниями сведок, а в первую чергу уличивала интересы дзяўчынки. Девочка же считает необходимым восстановить ее маму в родительских правах, поскольку она уже длительное время ведет себя по отношению к ней как настоящая и заботливая мама. У суде Ленинского района за апошние 3 года это один и выпадок, коли обновлены батьковские правы. Это крайне мало. В год, но это единичные случаи бывают. Хотелось бы, чтобы побольше было таких родителей, которые понимают, что все-таки нужно измениться, что все-таки их детям они нужны. Мамам, которые сейчас вот слышат меня, хочу сказать, что вставать, идти и добиваться, потому что очень жалко детей, особенно семью свою. Они очень хотят жить с мамой. Людмила Салзина, Сергей Митвійчук, областные новины, Брест.